преддверии Международного дня защиты детей судебные приставы Карачаево-Черкесии проводят социально-информационную кампанию, направленную на взыскание алиментов с отцов-должников. Эта акция проводится ежегодно и уже стала традиционной. Алиментщиков с приставами ловила и наша съемочная группа. Мадина Каракетова далее. Дети – это святое, и их интересы надо свято соблюдать. С такой убежденностью работает в Адыгейхабльском районном отделении Управления службы судебных приставов России по Карачаево-Черкесии Альбина Кумукова. Ее направление – взыскание алиментов. Жители района и коллеги уважают ее за ответственность и принципиальность в этом вопросе. Вот и сегодня Альбина в сопровождении коллег из отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов отправилась на поиск безответственных отцов. Большинство из них задолжали своим детям немалые суммы. Этот мужчина рискует лишиться автомобиля, если в скором времени не решит вопрос с выплатой алиментов. Альбина наложила на его машину арест. Изменение места хранения арестованного, описанного имущества, а также любая передача его другим лицам без письменного разрешения судебного пристава исполнителя запрещается. Предупреждаю вас об уголовной ответственности по статье 312 Уголовного кодекса Российской Федерации за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутому описью и аресту и веренного вам на хранение. Следующего безответственного папу пришлось вести в отделение службы судебных приставов. Альбина Кумукова информировала его о сумме задолженности перед собственным ребенком. На сегодняшний день ваша задолженность по исполнительному производству составляет 87 235 рублей. На мужчину составили административный протокол и сопроводили в суд. И уже судья примет решение в отношении его дальнейшей судьбы. Как правило, это обязательные исправительные работы или арест. Но ребенок обязательно получит полагающиеся ему по закону выплаты. Альбина Кумукова всегда работает на результат. Не раз эта девушка защищала интересы многодетной мамы Светланы Мижевой, вернее, ее троих детей. Женщина признается, что благодаря оперативности и принципиальности судебного пристава ее дети не остаются без положенной материальной поддержки отца. Работу выполняет приставы на отлично. У меня трое детей, я получаю алименты. Благодаря им я получаю своевременно, то есть мои дети как бы не страдают, не задерживаются у меня алименты, все хорошо. Лейтенант внутренней службы Альбина Кумукова в органах принудительного исполнения трудится 5 лет. За эти годы ее работа не раз была отмечена на самом высоком уровне. Альбина побеждала на профессиональных конкурсах. Вот и недавно девушка была признана лучшей в региональном этапе профессионального конкурса органы принудительного исполнения детям. По итогам второго этапа конкурса она заняла 1 место в номинации «Исполнение исполнительных документов по взысканию алиментов». Судебный пристав-исполнитель по взысканию алиментов прежде всего должен ответственно относиться к работе и очень четко осознавать, что именно от его действий зависит, в полной ли мере будут защищены права несовершеннолетних детей. Все эти качества Альбины Кумуковой, несомненно, присущи. В каждой конкретной ситуации она стремится обеспечить своевременность и результативность применения всего комплекса мер, предусмотренного действующим законодательством. Впереди Альбину ждет еще одно серьезное профессиональное испытание – третий заключительный этап всероссийского конкурса органа принудительного исполнения детям, который совсем скоро состоится в Москве. Пристав-исполнитель из Карачаева-Черкесии представит на нем Северокавказский федеральный округ. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.